сделать. О, камни. Да, нам надо в камни. Но нам их топить надо, они, потому что намного быстрее нас. Короче, если вокруг паромщика бегать, двери быстрее открываются. Да? Ну, конечно. Ты знал, что чем быстрее, если мышку по кругу крутить, то у тебя операционка быстрее загрузится? Чего? Не знал? Нет. Ну, попробуй. И тут то же самое. А что, нам далеко конец карты? Да нет, что, 10 минут. Иди его туда. Сейчас заворачиваю, пробить. Я думаю фейкануть. Сейчас кручу вправо. Они думают, что мы направо будем уходить. А мы сейчас возьмем и влево крутанем через якорь. Сейчас только надо скрыться. Готовься якорь кидать. Кидай якорь. Поднимаем. Паруса по ветру. Бля, ты ж босс. Да, они просто развели, как детей. Манишь, вон, они только из-за камня выплыли. Не твой уровень, дорогой. А мы тут пройдем прямо? Наверное, да. Нет, да? Ну, наверное... очень быстро, если кто. Ну, давай, давай, давай. На гарпунах я еще всегда перескочим туда. Да, давай. Я готов щениц. Гарпуны вход. Ну, сейчас перескочим, и там в дно надо зацепиться. Раз не проскочили, получается. Давай, крути, крути. Как отпускать? Отпускай. Якорь подними. Ой, это фиаско. Левая лестница. Левая лестница. Упал вниз. Еще лезет где-то. А нет, не лезет. Правый борт, огонь. Правый, 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 это левый, Артём. Я понял тебя. А нам надо починиться, мне кажется. Я починю. Там внизу бочек лишних нету? Наверху никого. Нет, просто бочек, если он вдруг эмоцию бочки использовал. Нет, 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 нет. Нет, нет.